Михаил Александрович Никифоров был одним из самых опытных гражданских пилотов в Ленинграде. В первые месяцы войны пилоты особой северной авиагруппы летали на транспортных самолетах. Они были безоружны перед немецкими асами-истребителями. Машины пришлось экстренно переделывать в военные. Именно Никифорову доверили проводить испытания пассажирского ПС-84, на который установили пулеметы. Давай! Летчики северной авиагруппы поддерживали связь с героическими советскими партизанами. В окрестностях Ленинграда воевала 5-я ленинградская партизанская бригада. Самолетами доставлялись боеприпасы и вывозились раненые. На завершающем этапе битвы за Ленинград в ночь с 8 на 9 января 1944 года эскадрилья Никифорова вывезла из района Луги сразу 79 раненых партизан. Товарищ командир, скоро светает. Берегите себя, мальчики. Товарищ командир, не дадут взлететь немцы. Таня, уходим. Товарищ командир! Наша жизнь от боя и до боя. Вот и все. Уходишь, милый друг. Сколько нам отмерено судьбою горьких расставаний и разлук. Командир, я не знаю, дышение. Будущий язык, дышение. Чей сегодня выпадет черед. Взлетаешь. Моя прощальная улыбка. Там тебя от пули бережет. Самолет Никифорова попал под обстрел и был подбит немецким истребителем. Но ему удалось не только посадить самолет, но и спасти людей из горящей машины.